последнее время уличная субкультура очень активно развивается, и благодаря таким проектам Росмолодежи совместно с региональным Минспортом. Мы за последнее время построили большое количество уличных спортивных площадок. Мы видим, насколько они востребованы, мы видим, насколько они используются. Помогало нам Министерство спорта Омской области. Хочу отдельное спасибо сказать Ивану Андреевичу Колесникову. Он нам очень сильно помог. Финансирование данной площадки я получил от Росмолодежь гранты. Я подал на них проект, и они профинансировали мой проект. Площадка очень хорошо вписывается в данную местность, потому что Порт-Артур – это очень далекий район, и здесь не было до этого условий для обычных ребят, которые хотят заниматься, но не имеют возможности. Соответственно, все вот эти вот снаряды дают им эту возможность, потому что они доступны, они бесплатны, и поэтому ребята могут совершенствоваться и становиться сильнее.